Это вот так вот. Это вот полетит сейчас соблазнять нашего карпушу. Вот он показывает нам всем своим видом, что он присутствует здесь. Да ты шо? Вот это всплеск. Но это небольшой. Стоим, ребята, молча. Меньше шевелений, меньше разговоров. И стучим по дну. Все, больше никаких движений лишних не надо. И ждем, пока он подойдет. Твою налево, ты шо? Шо такое? Я его тоже подбавил. Подбавил. Он не взял за это. Он где-то возле плавника. Ну такая, видишь, чуть-чуть поднял, чуть-чуть повел, чуть-чуть поднял, чуть-чуть повел. Я шварк и свалил. Это труха. Это труха. Вы это видели, ребят? Это просто жир. Он потянул его где-то фоткаться. А мы будем ловить, ребята. Удочка моя валяется. Это просто шикарно. Час времени. У меня два схода, у него один сход. И вот взял все-таки десятку. Там 10 килограмм минимум, если не больше, ребят. Мне кажется, там больше 10. Там где-то 13 килограмм. Там такая пузяка. Это просто шикардос. Не передать словами. А лещ хорошенький. Может, сейчас сойдет. Оп. Угу. Двушечка, ну это знаешь. Да, как-то это... совсем не то. Угу. Уже десятку надо сазана. Слушай, это ты, конечно, я тебе скажу, не пробил. А, потому что он только что зацепился второй раз. А так бы сошел. Ребят, вот такой вот лещик. Очень даже прекрасных размеров. Но тем не менее, хочется уже сазана трофейного. Thank you.
наконец-то дождались. О, он не взял в рот, он взял за рот ниже. Но он хапнул воздух, это уже хорошо. Ух, ух ты, катушка, конечно. Говно, удочка говно. Но я думаю, мы его возьмем, если не сойдет сам зацеп. Что ты там говорил, у тебя трясется, ребят? Это, конечно, жиряк. Смотрите, смотрите. Это жир, ребят. Это именно жир. Кил 6, наверное. Если не 7. Это кабаниха. Ах и красавица. Смотрите. Спасибо, Арт. Порезался ниткой. И я порезал тоже, хватал за ним. А взял, зацепился боком. Я подошел пару шагов вперед, реально. И он взял. Фу, ну давай пофоткаемся, пошли на берег. Пошли. Ребят, смотрите на это, на эту красавицу. Или красавца. Смотрите. Это просто жир. Это просто кипяток, я вам говорю. Поверьте мне на слово, ребята. Идите, попробуйте и ощутите это. Этот прекраснейший момент вываживания такого сазана. Ребята, сазан — это вам не карп в частных водоемах. Это сильнейшая рыба. Удочка, видели? Я думал, она не выдержит. Ну, тут килограмм 7, наверное, карпуша.